Ребята, всем привет! Сегодня у меня необычное видео, это не подводная охота, это не рыбалка, сегодня у меня эксперимент. В интернете я нашел канал, где автор кормит рыбу под водой, экспериментирует с кормом и снимает это на видео. Очень прикольное видео получается, зовут его Сергей Сорокин. Ну, это вообще не реклама, мне просто понравилось, он навел меня на мысль, и я захотел это повторить. Я приехал на озеро с хорошей прозрачностью, и сейчас хочу под воду установить камеру и высыпать, значит, банку кукурузы. Не теряя время, давайте посмотрим, что у меня получилось. Я погрузился под воду и стал искать удобное для съемки место. После непродолжительных поисков я установил камеру, открыл банку с кукурузой и вывалил все содержимое на дно, после чего уплыл. Сразу скажу, что место я выбрал то, которое мне понравилось визуально. До организации прикормочной площадки рыбы мною здесь замечено не было. Спустя 12 минут в кадре появляется первый разведчик. Рыба подходит к пятну кукурузы и пробует ее на вкус. После этого она удаляется. А уже спустя 6 минут она возвращается, но не одна, а с друзьями. Сейчас видно, как одна из рыб пробует заглотить кукурузину. И после пары неудачных попыток у нее это все-таки получается. Рыбы начинают активно плавать вокруг стола, периодически спускаясь к нему за порцией вкусняшки. Со временем количество желающих отведать сладкой кукурузы продолжает расти. Из этого можно сделать вывод, что кукуруза пришлась рыбе по вкусу. А теперь предлагаю вам немного посмотреть за тем, как кормится стайка нашей красноперки. Камера вела запись ровно час, и все это время рыба продолжала активно питаться. Если вам понравился мой эксперимент с кормежкой подводных жителей, то ставьте лайки и оставляйте комментарии. В следующий раз я хочу попробовать посмотреть реакцию рыбы на разные типы корма. Что предпочтет, что выберет она из двух вариантов. Если у вас есть идеи или советы по этой теме, буду рад их прочитать в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.